323 федеральный закон ввел понятие «медицинские изделия», которое равнозначно тем понятиям, которые существовали раньше. Это медицинская техника и изделия медицинского назначения. Согласно 323 федерального закона, на территории Российской Федерации обращаются медицинские изделия, зарегистрированные в установленном порядке. Изменение законодательства привело к необходимости перерегистрации документов на ту медицинскую технику и изделия медицинского назначения, которые действовали раньше. И сроки регистрации были установлены до конца 2013 года. Регистрирующим органом является Росздравнадзор. Видимо, в связи с большим объемом работы, недостаточностью кадровых ресурсов, Росздравнадзор вышел с предложением о том, чтобы процедуру перерегистрации документов на ранее выданные изделия медицинского назначения, медицинскую технику, действующие бессрочно, продлить до конца 2017 года. Таким образом, поставщики медицинских изделий, реализующие свои товары в 2014 году, будут предоставлять медицинским организациям регистрационные удостоверения, выданные ранее и не перерегистрированные, установленные в законном порядке. Но для этого должны быть внесены соответствующие изменения в действующее законодательство. Из информации сайта Росздравнадзора следует, что подобные действия осуществляются, и, скорее всего, на начало 2014 года необходимые изменения будут внесены. Остается лишь следить за той информацией, которая представлена на сайте Росздравнадзора, что мы и будем делать.